Народные мастера и умельцы присоединились ко всероссийскому празднику. Самые юные гости смогли поучаствовать в мастер-классе древних гуслей «Перезвон». Здесь состоялось их первое знакомство с древнерусскими музыкальными инструментами – гуслями, гармошкой, трещотками и ложками. Неподалеку проходили творческие занятия – вышивка лентами, изготовление кукол, искусство ковроделия, мастер-класс «Золотые нити», где всех желающих учили вышивать золотом. Жители и гости района заинтересовали выставки центров армянской и адыгской культур. Празднование продолжилось концертом. На нем выступали и взрослые, и дети. На сцене танцевали под баян, пели калинку, танцевали сиртаки. Перед зрителями традиционно выступил и казачий хор. Вообще замечательный праздник. Его надо бы, конечно, еще больше расширить, чтобы был он действительно единым делал наш народ, им был единым праздником для всех, независимости от национальности, от вероисповеданий. Цель этого мероприятия – напомнить о том, что сила нашего народа в единстве и в его умении противостоять даже самым тяжелым бедам.